Суд приговорил признать Ковалева Максима Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи Конституции. Знакомься, Уран, лучший хоккеист в мире, разумеется, после меня. Макс! Я заберусь! Варя, что делать? Где вы находитесь? Откуда я знаю, где мы находимся? Тут горы, обрыв. Люди погибли, что делать? Слышите? Я нормально. Все хорошо. Тут люди, говорю, погибли. Дерутся со всем миром. Никого вокруг не замечая. Даже родных? Я не сбежал! Давай! Стреляй! Родных особенно. Потому что они думают, что делают это для них. А на самом деле, они делают это для себя.